казачья балда, азербайджанские нарды, польские шашки. В столице прошел фестиваль народных настольных игр. В состязаниях участвовали 16 этнокультурных объединений города. Причем сыграть понравившуюся народную забаву могли и зрители. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся мастер-класс по старинной казахской игре асахату. Завершилось мероприятие концертной программой. Асахату – это, знаете, очень популярно в народе у нас и в нашей вот в этнической среде. Асахату родом с Японии, там называют их цветные карты. В колоде в этой карте 48 карт, 12 мастей, каждой масти по 4 карты. И каждая масть обозначает один месяц в году. В свободное время мы у нас, вы сами знаете, мы на репетиции. После репетиции попоем полтора-два часа, а потом садимся, немножко расслабляемся, играем эти карты.